Так, ну все. У нас минус один. Я достала себе шапки, потому что не хочу мерзнуть. Я достала свои теплые, немного страшные домашние тапки. Я в плюшевом теплом халате. Но вообще сегодня должны включить отопление, что, конечно, для нас мега грустно, потому что у нас супер дорогое отопление просто. И это время для вот этого аромата. Я и засыпала вчера в нем, и сегодня с утра я встала, я его до сих пор ощущаю с подушки, но я его обновила, шоколадный жадина от Монталь. Вообще сегодня у меня такое утро, я просто рылась и искала парфюмы, столько опять повно выходило новинок у этих арабов. Это просто что-то с чем-то. Просто не, не напастись денег, не хватит, чтобы все это покупать. Но так все интересно. Там и аналог на Италику, смотрю, уже сделали. И еще какой-то классный аромат. Я вставлю картинку. М... Какой-то Виктор он там называется. Это я так для себя, чтобы мне потом понять, о чем я тут сама вам говорю. И я только что про него услышала, а он, оказывается, уже везде распродан. Какой-то тоже супер ванильный, супер классный. Мне оно теперь надо. Так что вот хотела поделиться ароматиком. Поднимает настроение, когда не хочется высовывать носа из дома. А надо, и надо взбодриться и надо вкусно пахнуть. И осень это тоже неотъемлемое время года, правильно? И достала, еще вам, конечно, не показываю, но достала и пуховик свой достала. Ну, такой, знаете, а легенький, по крайней мере, пока. С утра в минус один, кто хочет мерзнуть, собственно говоря. Вот такое отступление. Хотя деревья желтые. Ну, первые морозы, в общем, были. И, по всей видимости, листья скоро все отвалятся. Вот, но это неизбежно. Будем как-то вот так вот встречать холода, радовать себя прекрасными Ароматами. Так, моя полочка. А, Все хочу немножечко тут поменять. И как-то так, если резко похолодает, то некоторые ароматы я вот не хочу носить уже. А, например, вот этот Эбонивуд я хотела поносить. А, его хочу именно осенью поносить, а не в мороз. Не знаю, посмотрим. А, хочу еще тоже вам снять парочку подборок. А, скоро у меня, надеюсь, надеюсь, приедет еще один парфюмчик, о чем я вам, конечно же, тоже расскажу. Вот с этим ароматом у меня какой-то парфюмерный запой. Постоянно у меня тянется рука вот только к нему. Вот с этим, я вам честно скажу, Мабусан Стар. Обожаю этот какой-то имбирный пряник, специи, перец, ваниль, карамель. Кто бы что ни говорил, каким-то там машинным маслом пахнет. Не слушайте. Только собственные ассоциации, только собственное мнение. Только собственный нос может вам а, всю правду рассказать про аромат. Мне нравится он с одежды больше, чем с кожи. Ну и вот этот вот красавчик просто. Тоже с ним запоя уже третий день. Ношу его активно. Это Кошарель Yes I am Delicious. И вообще, это не крышка. А, и хранить как бы надо вот так вот. Наверное, так пора и сделать, чтобы красивенько было такая помадка коричневая. Сейчас в холод он раскрывается намного лучше, и наносить его надо. Я его прям под нос наношу на шею, знаете, его надо чуть ниже, не знаю, на грудь ниже, вот куда-то туда, чтобы он как-то подальше шлифил. Я вот так заметила, не знаю, насколько это смешно бы не звучало, но иногда вот он как-то больше начинает окутывать и звучит как-то более округло. Если слишком близко к носу нанести, то э, здесь какая-то некая алкогольность ощущается. А так нет, в общем, будут дальше его разнашивать, бюджетный, ореховый, даже какой-то шоколадный. Да, возможно, он такой синтетический, да. Также в такую погоду с удовольствием, с удовольствием ношу посиджату свою. Все ищу про аналог, но он тоже как-то уже везде распродан. В общем, такая спонтанная болталка. И буду я заканчивать, и мне нужно завтракать. Вот. Six hours later. Итак, наготовила. На самом деле я немного наготовила. Вот и приготовила борщ. Так, сейчас положила зелень. Я его выключила, чтобы он у меня просто дошел. Ну, как бы я так делала. Свекла, да, уже поменял цвет. Наверное, надо было добавить еще уксуса. Но я иногда добавляю, иногда не добавляю. А Все-таки дочка будет есть. Она, знаете, привередливая так. Борщ кому-то макароны с колбасой. Дочки, понятное дело. Ну а маме кабачки. Я их сейчас поджарю и залью яйцом. Это будет мой обед. Так что вот так вот. А... Да, они начинают у меня шипеть. А, кстати, еще добавлю сюда немножечко сыра тертого. И у меня такой прям в порошке тертый пармезан. Сейчас покажу. Вообще-то не пармезан даже, а просто какой-то вот. Твердый сыр, прям в крошку э, сделанный. И здесь высокое количество протеина. Вообще, мне нравится такое. И добавлю чуть-чуть. И будет очень даже вкусно без мяса, без всего. Ну, надо как-то теперь э, выходные съеденные тортики, Макдональдс и так далее, картошку фри, надо компенсировать кабачками, собственно говоря. Вот. Вот такой вот незамысловатый получился у меня обед. ППшный. Я, кстати, даже не солила и забыла. И еще обычно я кунжу там здесь посыпаю, но я так устала и уже не хочу за ним идти. Ну, в общем-то, это не что-то новенькое. Я постоянно вам это показываю. Кабачки эти, кабачки. Но кабачки для похудения это хорошо. Вот. А еще с наступлением холодов. Мне больше хочется пить кофе, я не знаю, и больше хочется сладкого. Мне это пугает, конечно, но вообще стараюсь там, если очень хочу, то конфетку обязательно себе позволяю съесть там после завтрака, ну или печеньку какую-нибудь. Если этого не сделать, можно потом, грубо говоря, сожрать полторта. Поэтому надо себе такие слабости позволять. Так что вот у меня уже полный рот слюней, я голодная. И еще стало намного-намного меньше пить воды, нежели в жару, что тоже нехорошо. Надо как-то себя настроить опять на нужный лад. В общем, если кушать, приятного аппетита. Я тоже буду кушать. Потом я планирую накраситься и вообще планирую... Планирую, планирую. Так, мой подносик, где всякая ерунда скапливается. Планирую снять парфюмерное видео, как парфюмерное. У меня посылка лежит уже почти две недели. Э, с двумя, можно сказать, ароматами. Один там спрей, один аромат. И я еще ее не открыла, потому что я все хочу открыть ее на камеру. Не знаю, зачем мне это нужно. Надо было открыть, потестировать и потом просто рассказать. Может быть, я так и сделаю. Но иногда хочется тоже какие-то первые впечатления вам и так далее и тому подобное. Мы должны были идти сегодня в кружок. Мы ходим, дочка ходит на, на изделия украшений. Там из, ну, типа бисера, только сейчас уже не бисер, а там из бусин, в общем, ну, они плетут всякие там, ну, короче. А сегодня она пришла со школы и говорит, мама, давай не пойдем, мне так много заодно уроков, я хочу отдыхать, хотя на улице погода прекрасная. И я как бы недовольна тем, что мы не пошли, потому что мои планы тоже поменялись. Я говорю, что когда мы можем, мы должны ходить. Ну, как бы бывают ситуации, когда вот ну не можешь пойти, тогда можно пропустить. Ну ладно. Я говорю, звони папе. Папа говорит, без проблем, не ходи. Ну, а мне чего, я тоже спокойно посижу дома, и кофе попью не против. Ну, такие вот бывают, ладно, хорошо, это не обязательно, не, не тренировка по футболу. Там, ну, если что-то пропустишь, на следующем уроке тебе объяснят. Но просто это вырабатывает некую ответственность, как бы за то, что ты делаешь, что ты должна в определенный момент прийти вот по времени. Ну, в общем, я думаю, вы меня понимаете. К тому же это не бесплатно, мы и за это деньги, кстати, еще платим. Так что вот, я вам тут свою красивую тыкву в кадре показываю, чтобы мы все думаем, вот эти тыквы, они же настоящие. будут ли они гнить, и будет ли с ними что-то случиться, будет ли с ними что-то случаться, вот, или доживут они до следующего года. Говорят, что, возможно, со дна они начнут подгнивать. А, так что нужно этот момент как-то будет а, блюсти, В общем-то, все, буду я кушать. Поболтала. Слишком много уже наболтала. The next Девчонки, сижу прямо вот на диване у себя тут. По-простому с вами включила камеру. Хотела поговорить вот про этот вот парфюм. Это у нас э, Элисап, Girl of Now и версия Shine жидкость вот такая вот прямо оранжевая красивая да красивый такой осенний цвет на фрагрантике если кто знает вот так вот выглядит флакончик то есть жидкость либо темнеет либо здесь какая-то нестыковочка сейчас у меня этот аромат на руке вообще когда я его заказывала конечно у меня были другие ожидания от него. Он же у нас как будто тут и миндальные, и фисташки здесь, и вообще гурманский. Посмотрим, гурманским заявлен он или нет. Цветочный, восточно-цветочный. Ну, часто гурманские ароматы на самом деле не обозначают как гурманские. Ананас, фисташки, груша, мандарин, горький миндаль, цветок апельсина, жасмин, и ланг, ваниль, ирис и пачули. Я Долго пытаюсь полюбить его, но я понимаю, что все равно для меня он резкий, и я сейчас почитала отзывы на фрагрантике, и там такой один хороший отзыв, и я вот прочитала и поняла, что даже как-то, наверное, может и не стоит его прям пытаться любить, аромат сложный и все-таки, все-таки, все же отдает немножко в ретро соглашусь с таким комментарием. Не то, что старомодный, он очень красивый по современным даже меркам. Я бы даже поставила его, не кидайте тапками, вот в одну линейку с типа ароматы а-ля поэм, вот эти вот, которые для меня тоже немножечко такие возрастные, хотя многие, я знаю, любят. У меня пока с такими ароматами тяжело. И здесь очень красивый шлейф. Но, то есть от кого-то его услышать или в шлейфе, это прекрасно, но от себя, вот с руки он просто меня душит. Здесь настолько насыщенные все ноты, они настолько все переплетаются, что сложно что-то вычленить конкретное. Ну и здесь есть какая-то вот эта свежинка, мне кажется, это от пачули исходит. И ирис, вот это тоже непростая нотка. Вообще и иланг, иланг сам по себе для меня тоже такая тяжеловатая нота. Цианидность, в общем, аромат такой тяжелый, удушающий. При этом он мега стойкий, мега шлейфовый, очень красивый флакон у меня он прям настаивается. И думала достать его, что ли, поносить. Красивый он такой осенний. Но вот что-то, что-то все равно меня отталкивает. И вот с каждым разом как-то я понимаю, что я вообще не хочу вот прям как-то разнашивать. Чаще всего аромат мне либо понравился, либо нет. Если вот как-то не зацепил... Хотя бывает, бывают, кстати, исключения, но вот как правило, если не зацепил с первого, скажем, взгляда, то потом сколько разнашиваю, не разнашиваю. Хотя, кстати, посмотрите, я его сносила прилично, видите? Учитывая, что его много вообще не надо. Лучше, конечно, его носить куда-то на улицу, в прохладу, на верхнюю одежду, на пальто. Ну, то есть напрашивается к нему какое-то такое более... Более утонченный классический лук, я бы так сказала. Ну, я имею в виду не спортивный костюм с кроссовками, а вот не знаю, каблучки, пальто, вот как-то так вот. И думаю, может быть, вот задарить что ли маме шикарный шлейфовый, просто вот не мое. Напишите, у кого есть именно вот эта версия Shine, сравнивают его вообще со многими ароматами, сравнивают даже его с Dior, который Poison, Poison Girl, вот этот вот. Uh, и даже сравнивают его с вот этим ароматом. Это у нас Libre Le Parfum, который или Libre, не знаю. Ну, в общем, такие тут непростые. Сравнивают вот с этим Мадемуазель Твист. Ну, что-то, кстати, есть. Вот тот тоже не могу носить. Возможно, вот из-за той же цианинности или вот этой пролине, который, хотя здесь вроде пролине не заявлено, ну, вот не знаю, тоже какая-то там мне мерещится такая ретро-нотка. Что думаете? В общем, хотела вот так с вами поболтать. Такую рубрику иногда мне интересно. Я так копаюсь тут на своих полочках, своих комодиках. И вот, ну, красиво. Красиво еще на солнышке он так играет. Такой вот у меня есть. Симпатичный флакончик, очень качественный флакон. И вообще сам аромат внутри, сама жидкость тоже очень качественно сделана. Просто тяжелый. Вот есть в нем такая некая деколонистость, которая прям вот не смягчается, а очень долго сидит именно вот в таком вот состоянии на коже. Не знаю, как это объяснить. Здесь мои тетрадки. Я хожу на английские на курсы. Ну, как курсы? Э, такое, в общем, занимаюсь, короче. Ну, мне нравится. Я с детства люблю английский. И вообще языки люблю больше. Я чистый такой гуманитарий. И у нас с этого года повторение началось. В общем, так что я довольна. Сегодня уже сделала домашнюю работу. <laughs> так что я молодец. Снится. Девочки мои, я не знаю, разбудить или нет. Маленький. Кнопка. Кнопочка, все, терпи, терпи. Все, ты дома с мамой дома с мамой. Все хорошо. Щечки мои легкие, вкусные. Дома с мамой. Все хорошо. все хорошо. Стала снова на диван запрыгивать. Как похолодало. Какие все-таки кошки теплолюбивые существа. Вот на подоконнике ей сложно запрыгнуть. Но я ей помогаю. А на диванчик сама и сегодня уходила навещать мамину кошечку. Прихожу, окно на диване лежит. Молодец. Разве не персик? Ну посмотрите на это. Да. мой злтой, толстый. Так выглядит ä, мой стол, когда я крашусь. Я обязательно ставлю себе планшет, включаю ютубчик. Так, сделала себе кофе, потому что что-то я мерзну. Так, надо прям глотнуть. Если честно, он не очень вкусный, потому что он со стевией. И стевия я положила совсем чуть-чуть. Ну, ничего, зато он тепленький и хочется что-то тепленького. Так, кисти. Кисти у меня хранятся вот здесь, вот в шкафчике, как и здесь основной. У меня косметоз. Поэтому я люблю, чтобы у меня все убрано было максимально. Кисти. Я так давно не мыла. Кисти. Я вообще все, надо срочно их мыть. Потому что вот такие вот в кремовых продуктах, они просто уже ну, нереально грязные, короче. Так, у меня, кстати, есть два набора кистей. Я себе сделала. Вообще, кому это интересно? Мне столько кистей, хочется пользоваться разными. Поэтому я себе сделала два набора из таких более-менее любимых. И я достаю их по настроению. Либо я достаю вот эти и пользуюсь ими, <laughs> либо я достаю вот эти. Короче, ну, такие свои заморочки. Но ну, просто я не успеваю попользоваться всеми кистями. И у меня тут, как вы поняли, все собрано. Какие-то любимые для лица, какие-то любимые для лица, для глаз, для глаз. Короче, и надо уже оба комплекта на самом деле мыть, как бы один должен быть чистый, другой грязный, но нет, у меня грязные оба, чтобы вы понимали. Так, убираем. Что еще? Вот этот мой органайзер. Сейчас я тут тоже выберу какую-то свою осеннюю палеточку. Мое зеркало подсветкой я не пользуюсь, потому что ну плохо видно с этими лампочками. Я даже его вообще отключила. Я даже не знаю, где провод у меня. Но у меня здесь такие две лампы дневного света и мне норм с ними что еще здесь у меня стоят а, ароматы ну этот я уже показывала вам в этом видео просто сегодня его носила поэтому он здесь стоит и сейчас его вот в этом вот аромате я сейчас его обновила а, обожаю этот аромат это у меня арабский супер бюджетный аналог на ксержов букет идеаль который а, ну, у меня сношено но это по сути, та же самая рагба на самом деле. Я знаю, многие не любят, а я люблю. И я люблю иногда рагбу поносить, а иногда я люблю вот этот поносить флакончик очень качественный. У меня от этого же бренда есть еще аналог на Лиру. Так, еще мне этот коврик очень яркий мелькает. Это такие тряпочки для дома продаются. Вообще, по-моему, мне мама из фикс-прайса приносила сто лет назад. Ну, я их стираю, потом снова. Это у меня для макияжа всегда вот тут лежит, чтобы кисточку вытереть там и так далее. В общем, чтобы спонжик положить. Иногда, если вытираешь какую-нибудь кисточку в супер блестках и потом туда кладешь спонж на это место, то может получиться просто полный фиаско. Все лицо будет в блестках. Так, собственно, да, хотела вам показать свое за кадром. Я уж себя показывать не буду. Я вообще футболки супруга. Сижу здесь с каким-то черепом вообще непонятным. Старой футболки, которая мне ниже попы, скажем так. И такой оверсайз получается. Так, я хочу сейчас накраситься, хотя у меня времени вообще 40 минут. А, ну, да, хочу накраситься, и, возможно, потом вам покажусь. А, видео сегодня уже заснять парфюмерное не успею. Блин, ну, как-то так, в общем. Кстати, в видео про осенние палетки я совсем забыла, что у меня есть вот такая вот палетка. И я ее тоже достала. Здесь тоже классные оттенки. Я вообще, мне кажется, ей еще ни разу не пользовалась. Мне немного напрягает, что здесь нету бежевых матовых. Для меня это как вот с чего начать вообще макияж. Такой транс... Как этот оттенок переходной. Зато здесь очень красивые такие топеры, камера вообще передает совершенно их по-другому. Эта палеточка я заказывала на Алиэкспресс. Вот так она называется. Если кому интересно, как, как. Готик Ай Shadow Palette. Марка. Так, марка. Как Сер называется. В общем, если интересно, спрашивайте в комментариях. Я вам все отвечу, все напишу, как всегда, освещение, конечно, не алё, поэтому макияж не очень видно, но он такой очень темный и очень эм, винный, такой. Мне сейчас на такое тянет. Я вам рассказывала, когда про палетки вам показывала видео. И сегодня я пользовалась вот этой вот палеткой, которая мной вообще не любима. Ракурс, конечно, у меня шикарный. Через 5 минут мне надо уже выйти. На голове у меня черти что. Но я одену шапку на самом деле. Мне нравится, что с более длинными волосами. Ну, как-то шапка мне больше идет, чем когда с короткой стрижкой. Что можно здесь вытащить волосы как-то, в общем, и не париться там. И пытаюсь открыть палетку. Вот. Вот этот вот оттенок под моим носом я использовала. Но я понимаю, что для таких ярких макияжей шиммерных таких оттенков мало. Ну, то есть для яркости. И я взяла вот этот вот матовый. И прямо сверху его нафигарила. Ну, когда как не осенью делать такой макияж, в другое время года он просто, мне кажется, не актуален. Ну, это я за себя говорю. И, в общем-то, губы такие холодные получились. Тоже тут достала какие-то свои помадки, которыми сто лет не пользовалась. Такие более холодные, розовые. Так, что еще? Что еще? И вот этой палеткой я пользовалась как хайлайтерами сегодня. Вот эти вот от Revolution. Это у нас палетка Radiance Palette. Так, что-то еще хотела. А, и тон. Впервые за долгое время я пользовалась не своим BB-кремом, а пользовалась тоном от Lumine. Вот таким вот. Флюидный, он, кстати, не дешевый сейчас уже, и мне он очень понравился. Мне вообще он всегда нравился. Ну, хайлайтер у меня явный такой, да. хайлайтер явный, любой будет яркий, потому что я, как уже сто раз говорила, наношу праймер под хайлайтер. Держится отлично и не подчеркивает, если даже можно видеть, не подчеркивает вот здесь вот текстуру, а наоборот как-то ее сглаживает. Не знаю, чудо, чудо средства. Так что, знаете, хочется еще взять вот эти блестки, вот эти вот, вот эти вот и прямо нафигарить сверху но есть такой страх что они осыпятся и все это попадет мне в глаза Потому что их надо на какую-то специальную базу, вот, скорее всего, которая здесь вот тоже есть, силиконовая в этой палетке. Потому что блестки здесь вообще прям нереальные. Это не топер, это прям блестящий. Не знаю, даже если вам показать сейчас. Причем они, мне кажется, подсыхают. Посмотрите, какие они. Я таких млесток вообще боюсь просто. Это же потом все будет на лице, мне кажется. И попробовать. Нет, я не буду пробовать, потому что у меня нет времени исправлять. Если что-то получится не так. Ну и они реально не прилипают. Вот я сейчас их намазюкала на руку. Ух ты! Смотрите, как круто! То есть я как будто лишние, а... может, я что-то не знаю про эти тени, может, это не блестки, как будто бы и они застыли, нет, они все равно везде передаются, но они превратились в такой слой прям. Я потом покажу вам вблизи, на пальцах, на свочах, сама этот вопрос урегулирую. Сейчас срочно бегу мыть руки, одеваюсь, и побежала я.